Юху, отправляемся гулять. Мама нас всех сегодня собрала. Он сидит, красится. Ну-ка, ну-ка. Ой, какие глазки. Евка ныла, сегодня холодно ей. Сама такая пердола. Кто у нас еще едет? Ты держи термос, чтобы не упал. О, это кто? Потейта наша? Да, потейта. А я талисман. А ты талисман. Привет. Ну вот. И вот тут в отражении папа. Угу, привет, мы все едем куда-то, куда не помню. Вот и приплыли мы. Ну-ка, ну-ка. Форельку видно? Видно там форельку или не видно форельку? Да, Евку точно кинуть, чтоб поймала. Вот, видно, как плывет, да? На светлом лучше видно. И это мы стоим на мосту? В Бейкуле, да. Никому нафиг эта рыба не нужна. Он паркинзавр пошел проверять билетики на парковку. Такая вот речушка, вон парковка. А вот все тут смотрят. Ева, я тебя пихну тогда туда. Рыбу поймать. И будешь плавать. Тут их много, вон поменьше есть. Есть побольше, есть поменьше. Надо принести хлебушка, покормить их. Вон большая. Вон там поменьше. Ну, я не знаю, будет ли видно на камеру. Ну, вот эту точно видно, да? Как она плавает. Туда-сюда. И утки тут же. Поганые. Ладно, пойдем дальше. Побежали. Ну вот, такие же замочки висят на мосту. Там будет еще часть реки. Что-то как-то камера трясется. Так, наверное, лучше снимать. Покажешь? Нет, не покажу. Я все еще снимаю. Я тоже хочу посмотреть, что ты там снимаешь. Зачем? Стой. Thank you. Покажешь? Да. Не видно. Ну, клево. Посмотрела? Идем, возьмем. А вот такая вот тут речка. О, да, обвешанная замочками. Мост такой железный. Ну, скажи нам что-нибудь. Вон, смотри, лебедь серенький, еще молоденький, а вон с той стороны тоже. О, какой огромный замок нашел. Я смотрю, тут вешают не так, как мы, ну, когда женятся, а всяко разное. Там видела Дейзи и Шары. В смысле? Ну, папа и какое-то имя. Ну, ясно. Ладно, идем дальше. Мы в продолжение рыбки. Чёртовы чайки. Улетайте, это не вам. Улетайте, Костя. Тут сети не хватает. Тут сети не хватает. Тут голыми руками ловить можно. На пустой крючок. Или крючок не нужен. Заходи в воду и хватай. Причем такие нехилые.
видишь? Большая форель вон какая. Почти лосось. Может, их взять? Королевский. Да, ты еще сюда лезешь? Мам, дай чуть-чуть. Ну, какая огромная. Мы все на этом же мосту. Одна интересная такая. Сбегал он в магазин, купил. Одни, купил батона хлеба. Одни светлые, а другие темные. Есть такие светло-зеленые рыбки. Он с красной полосой такой на боку. Ага. Но сначала думала, что нас кого распороли. Не-не, блин, видно. Огромные, да. Лосось целый. Какой жирный, слушай, я бы такую точно съела. А ты такую точно съела? Выловила и в духовочку. Да. А что у нас по закону? Выловил и отпусти на метин. Ну правда, тебе тоже какие-то можно пару ловить. Ну вот надо прийти сюда ночью. Не ругайтесь. Я рыбу. Шли-шли на парковку, пришли, а тут, оказывается, игра идет. Они в рагби. Приехали, только... Да, не видел я. Думала, тут все в грязи, измазавшись. Все побитое. Мама, некоторые ноги ломают. Да я ж представляю. Ноги, руки, все остальное. Такие бычары. И спину можно сломать. Быки. Пипец, они друг на друга накидываются, наваливаются с всем весом. В этой игре. Валяют друг друга по полю и толкают. Ну же, pretend cross. Это было очень интересно. Давай! Вот так нельзя. Play! Hey, boss! И что, они сейчас будут штрафной какой-то или что? Не знаю. Какой судья этот стручок старый такой. Стручок старый. Ну вот смотри, эти все такие здоровые быки. А он такой прям усохшийся есть. Да, и все слушают этого старого стручка. А он какой-то толстый. А? Водичка бежит. Дурной все уронил. Ой, у него этого вон, смотри, в носу, это нос разбил себе справа. В синем стоит, в носу бумага запихана. Ничего страшного. Есть! Все, через ворота прошел мяч. Слушай, пошли, я стану со штрафу за парковку. Давай, синий. Зрителей-то не особо много. Ну, это не думано было для зрителей, они для себя играют. Просто все, кто мимо шел, остановились. Смотри. Клево.
В маске какая-то серая жвачка. Она была черная с красной, драку. Пашка. Мама. Пашка. Что? Какая же она серая, какая-то коричневая. Боже, какой же красный, грязный какой-то. Пашка, красный человек. Черный. Ну вот, вот такой вот английский футбол. Повалять себя. Ну это примерно как наша русская стенка на стенку. И повалять других. У нашей русская стенка на стенку немножко другой смысл имеет. Ну, по факту, по-моему, то же самое получается. Там, там морду кому-нибудь побить. Ну, а ладно, едем дальше.